Мы получили ценные советы, как правильно закрывать влагу в почве. Осталось подобрать технику. В этом нам поможет эксперт компании Кверналанд Алексей Кирсанов. Главная цель первого прохода агрегата по полю весной является устранение почвенной корки, выдавливание лишнего воздуха, а также разрушение почвенных пор и почвенных капилляров. Так для этих целей в хозяйстве есть широкий спектр техники – от легких и тяжелых классических барон, штригелей, предпрессивных культиваторов и катков. Классические и штригельные борные, которые у нас находятся в хозяйстве, как правило, высокопроизводительные, широкозахватные и дают возможность на несколько недель раньше выходить в поле. Если тяторг начинается с вешалки, то предпрессивной культиватор начинается с заднего катка. Для нашего сельхозпроизводителя на сегодняшний момент доступны различные виды катков. Это шинные, планчатые, трубчатые, чугунные и резиновые типы катков. Выбор катка – это ответственная задача каждого агронома. Например, на тяжелых суглинках категорически не рекомендуется применять планчатые катки. Так, после прохода агрегатов мы имеем очень мелкую дисперсную структуру, которая под воздействием избыточной влаги создает нам прочную непробиваемую корку, которая затрудняет рост наших растений. Для тяжелых почв в лучшей степени подойдут стальные либо тяжелые кольчатые катки, а для легких почв, наоборот, подходят шинные либо резиновые пакеры. Для закрытия влаги и предпрессивной обработки почв применимы легкие S-образные вибрирующие стойки, совершающие до 80 тысяч колебаний в минуту. В линейке компании Кверналанд есть широкий выбор моделей, обеспечивающий агротехнологические требования к таким операциям, как закрытие влаги и предпрессивная обработка почвы. Это легкий культиватор ТЛД, ТЛГ и более тяжелый культиватор Турбо. Основным критерием выбора предпрессивного культиватора агрономом является не только его технологичность, но и надежность. На своих культиваторах компания Кверналанд использует мощную стальную раму, выполненную с большим запасом прочности. Рабочие органы изготовлены из стали марки V58 по шкале Rockwell, что обеспечивает их долговечность и качество службы. Многолетний опыт эксплуатации культиваторов Кверналанд в российском сельском хозяйстве говорит об их качестве и надежности.